Как можно легко проверить сыр на качество? Все очень просто. Есть несколько способов, как можно проверить сыр на качество, и два из них я вам сейчас покажу. Досмотрите обязательно до конца, и вы удивитесь. Берем два любых образца сыра и обычный йод. Наносим его на каждый из образцов и оставляем на несколько секунд. На хорошем, натуральном сыре йод останется без изменений, а если он посинеет, значит сыр низкокачественный и в него добавили крахмал для дополнительного объема. Как видите, один из образцов темнее, но не посинел, поэтому будем проверять его дальше. Берем стакан и наливаем в него горячей воды. Отламываем понемножку от каждого кусочка. Окунаем туда кусочек и ждем 10-15 секунд. Если сыр некачественный и в него добавили пальмовое масло, то он практически не будет плавиться и будет вот так вот рваться. Это плохой сыр, его есть не стоит. Качественный сыр, который сделан из хорошего молока, даже если он твердый, все равно в горячей воде будет очень хорошо плавиться. Только посмотрите, какая разница. Вот этот сыр однозначно хороший.